Друзья, вы наблюдаете русскую овчарку, Russian Shepherd. Как, what's the name? Oso. Oso? Yeah, bear in Spanish. Ага. Лизун. Такой non-discriminative licker. Look at him. Да. Вот. И вот находится собачка на руках у Дашеньки, которая приехала из Санкт-Петербурга. Они встретились на американской земле. Русская девушка Даша и русская овчарка. Thank you very much. Oh, thank you. Фотосессия продолжается, и вы, друзья, видите, как собачка радостно лижет вторую девушку, которую зовут Марина. Они стартаперы, две девушки, они стартаперы, находятся в Кремниевой долине по делам стартапов. Собачка будет работать в секьюрити в аэропортах. Но, кроме того, она еще будет по госпиталям тоже. Вот люди, у которых рак, они знают, что они умрут, они под стрессом, вот они могут гладить собачку, им легче становится. И, значит, мы выяснили немножко точнее, что он наполовину волк, а на вторую половину это, значит, вот русская овчарка. Разводит ее бридер из Украины, но живет этот бридер здесь, в Соединенных Штатах. Вот. All you gotta do, the same thing a mother would do to the dog, is grab him by the jowl right here on the side. If you pull on that down, they know that they're doing wrong. Every time they do something wrong, you just grab right there and you let them know. Yeah. Because that's what the mother would do. Now the father, on the other hand, would do something completely different. Yeah. The father would take his paw and push the dog down. Вот он учит, как делать, чтобы собачки не кусались. Вот, что мамка делает, чтобы он не кусался, и что папка делает, чтобы не кусался. Вот. Он удивительный лизун. Лизун и такой вот нежный. Такой он мягенький, это просто невероятно. Да, ему всего, сколько там недель ему было? 6, я не помню. Девочки, сколько недель мальчику? 10 недель ему, всего 10 недель. You want to hold him? They can take a picture of you. The daughters, your daughters have pictures already. Hey. No. I trained him to take diamonds. Yeah.